хотите опиздюлиться? Опиздюлиться? А где, где, где? На стадион, вот Локомотив. Школа, ага. Бокс. А. Йоу, привет! И сегодня мы начинаем новый первый выпуск. Я не знаю, какой он получится. Смешной, не смешной. В этот пасмурный день мы собрались вместе с вами здесь. Вместе с этой прекрасной девушкой, да? Здравствуйте, девушка, здравствуйте. Не хотите сняться вместе с нами? Нет, давайте снимемся, давайте снимемся, давайте снимемся. Нет, я бы съел ее. А вы на меня посмотрели? Идите сюда, в камеру. Вы на меня сейчас посмотрели, косо. Как вас зовут? Я Юлия. Юлия, очень приятный, Евгений. Да. Мы вместе с Юлией сейчас пойдем снимать новые пранки. Все? Я за диваном еду. За диваном едете? Да. Поехали за диваном. Не, серьезно, на Ленина 104. Да? На Ленина 104 сейчас. По синей стрелочке идем. А, все, вот понял, так понял. Вот. А, туда, направо. Да. Направо, да? Так, ну все, поехали снимать. Девушка, можно к вам под зонтик? Просто прическа. Можно так? Давайте я понесу. Нет? А почему нельзя? Блин, неудобно как-то несете. Можно нормально? А можно кофе? Я вас смущаю? Да. Это не прикол, так. Просто этот, прическа, прическа. Жалко. А у вас нормальная прическа? Ну ладно, мне интересно с вами. Здрасте. Как вам мои кроссовки? Отличные. Да? Че, прошпорил кому-то? Нет, а почему? Нет, просто... Подойди, спроси. Нет, как вообще кроссовки? Как вы думаете, сколько стоят? Вопрос подвоха, 1,5-2? Да не, не. Дороже, гораздо. В данный момент, ну, если нормальный, то точно не ниже пятерки. Не ниже пятерки? Ну, 1015, короче. Да, нормально? Нормально. Ну. Если у тебя есть деньги, почему нет? Ну да, у меня есть деньги. А какую вы музыку сейчас слушаете? Ну, наушники, какая музыка? Чем? Ну, просто интересно. Рэп. Рэп? А какой рэп? Я вот сейчас тоже, кстати, новую песню придумал. Хотите послушать? Короче, хотите, смотрите. Ты мое сердце из чистого золота, и я въебу тебе от холода. Ты мое сердце из чистого золота, и я въебу тебе с ноги. А ты какого роста, кстати? 1,73 метра. 1,73 метра. Маловато для меня. Да? Угу. А ты бы пошла бы со мной? Куда? Ну, вообще так, погулять. Нет. Почему? Молодой человек. А, есть? А у тебя? Работа. У тебя какая работа? Мне нужны работящие, знаешь. Так, я не поняла, а что за приколы тебе делать больше нечего, да? Не, почему есть? У меня же, говорю, у меня деньги есть, я делаю все, что где хочу. Где твои друзья, где камера, куда смотреть? Блин, камера там, на самом деле. Понятно. Девушки, подождите, подождите, не уходите. Сейчас мы это пранк снимаем, хотим с вами заснять. Можно, да? Что снимать? Пранк снимаем. Ну сейчас, подождите, камера еще не включилась. Подождите, подождите секундочку. Вас не удержать. Неудержимые смотрели? Ну вот, вы, походу, там все снимались, да? Так, где ты работаешь, вот мне интересно? Секретная фирма, не разглашается. Парня нету, да? Ну все, все. Я с тобой вообще не общаюсь, у тебя парень есть, у тебя работа. А у меня работы нету, кстати. Че я вообще с вами общаюсь? Работа не девушка. Хороший вопрос. У меня девушки нет, у меня есть... Нет, нет. Я показываю руку. Я машу в камеру. Вон камера, на самом деле. Здрасте. А сколько на лошадке стоит покатиться? Маленький круг 200 рублей, большой 300. А мне на пони можно прокатиться? Вам? Да. На нем? Я 80 килограмм вешаю. Что? 80 килограмм вешаю. Нормально? Да, мам, подожди, давайте попробуем. А сколько стоит? А, подожди, сколько стоит? 200 рублей маленький круг, 300 Блин. Рублей. Блин, а по бартеру можно? По бартеру. Переводом? Не, по бартеру я имею в виду, я вас в Инстаграме пиарю, к вам люди сразу толпами прибегают сюда, и у вас, ну, выручки еще больше будет, чем вот сейчас, вот вы не откажете, да? А это вот лучше не отказывайте сейчас. Это не от нас зависит. Не от вас? А с кем можно поговорить? С главной, с нашей, ее сейчас нету здесь. Да? А может номер есть? Нет. Давайте номера ее у нас. Нету номера, да? Мы сами новенькие. А, новенькие, да? Я вот тоже тут новенький. Первый день сегодня. В городе? Да, нет, вообще здесь. С вами разговариваю первый раз.
Ну. Ладно, тогда спасибо. Ага. До свидания. Ну, хотелось бы покататься. Может, там подальше пройти, там будет большой да? конь. Да? О, спасибо. Если... С конем сразу разговаривать, да? Да, да. Все, спасибо, да. Я понял. Че, картошки взять? Ты будешь картошку, кстати? Хавать хотел. 300 рублей есть, как бы, живем. Так, лук. А, чеснок. Чеснок будешь? Чеснок, сейчас аллергикам говорят, нормально. Сейчас веса немножко скину. Одну головку возьму. Нормально? Будешь одну? Не будешь? Нет, не будешь? Здравствуйте, головку чеснока можно взять у вас? Чисто, ну, и сколько стоит? Как я у меня завешу, на грамм даже весит. Чесночную, эту головку чеснока можно взять у вас? Да. Можно? Сколько она весит? Вам зубчик надо. Зубчик, конечно, вот я вот. Зубчик я вам никак не завешу, а, никак? Да. Можно так, да? Реально? Да. Блин, а можно тогда две? Ой, блин, упало. Ё-моё, блин. Выпало. Чё, я тогда вторую возьму, да? О, блин, а можно целую вообще тогда заберу? Целая уже будет. А, будет, да, уже? Ну ладно, я тогда две, я себе и другу возьму. А меня потом не будут искать в полиции? Нормально? Вас там снимают, я за две возьму, да? Кто там снимает? Да, он настраивает, нет. Я две забираю, ничего страшного, да? Да иди ты уже. Все, да? Все, спасибо, до свидания. Бля, нихуя, два чеснока бесплатно. Представляете, два чеснока бесплатно забрал. Бесплатно там на раздаче все. Вот так вот, два чеснока бесплатно, бесплатно. Так что мы сделаем этому магазину рекламу, и их уволят сразу же. Пойдем хавать чеснок. Два бесплатно чеснока, хотите один? Нет. Парню своему подарите. А вы что, плачете? Да. А же за чего? Это не слезы, это просто дождь. Слезы радости, да? Ну ладно, мы еще встретимся с вами. По-любому. Вы сейчас кругами, да, ходите? Да. Все, я понял, я тоже сейчас в другую сторону. Мы встретимся. Где, кстати, ЗАГС, если что, недалеко, можно там сразу. А, я думал, вы мне сказали, стой. Я хотел, да. А у вас не будет семечек что-нибудь? Ну, покормить. Вы съели? А, они хлеба съели. А, все, весь съели, да? Да? Ждут еще, я смотрю, да? Сходите вон туда. И что там? А я спросил, сходите. Они просто спасли пакет, да? Да? Серьезно? Да. Плесени, вот, наверное. Засохший, да, дали. А, ну. Но он такой уже старенький. Ну, а. Не в самый раз. Ну. Буду кинуть, он расходит. Я понял, понял. Ну все, а вы как где? Идти? Да туда? Вот кафе, вот кафе. Так туда плыть надо. Нет, вот здесь на набережной. А, все. Пойдем кормить голубей. Извините, а? Это пикет? Пикет. Пикет. Одиночный? Видео КВН. А, видео КВН. Я испортил, да, сейчас? А? Я испортил. Сильно? Блять. Давайте заново. А вы команда КВН? Да, а где смеяться? Шутка. Нам нужно, чтобы вы не смеялись. А, нет, все, не буду смеяться. А есть что по хлебу? Хлеб нужен, хлеб для птиц. Дайте. Есть? Здрасте. У вас есть что-нибудь просроченное? Для уток, конечно. Да. А, ну, я думал, может, еще просрочка какая есть, там, колбаса, там, не знаю. Ну, что-нибудь такое, самому похавать охота. Есть? Да, да, есть? О, спасибо. О, вообще прям спасибо. Пойдем похаваем. Это вот Рязанов Николай Петрович, родился в 1764 году. Ходили. Ходили на него концерты, да? А, в гости ходили? Юну на Явось. А, на Юну на Явось. И как вообще?
Окультурились, да? Угу. Немножко. Немножко. Хотите опиздюлиться? Ну, заходи ко мне в Локомотив вечером. Опиздюлись. А где, где, где? На стадион вот Локомотив. Ага. А, да, в боксер. А сколько стоит прокатиться? 700 рублей. 700? Да, сейчас. Ну что, какой у вас тут самый быстрый? Вот. Стэд сам нормальный, для вас будет. Попробуйте покатить все. Ага. Я вот скорость максимально поставлю. Ага, вот, кстати, да. 30 км в час едет. Ну все, вот да. Газ, вот ага. Тормоз слева. Толкаете все. Сначала, нужно сначала толкнуться. Да, 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 понял. Ну я, да, я видел такое. Ну. Попробуйте покатить. Ну сейчас. О, блин, нифига себе. Нормально. Все? Все? Ну сейчас я еще. Все? Да. Да ну нахуй, дай. Да ну нахуй, бля. Бля, подожди, стой. Ёбаный рот. Да мне похуй. Ой, бля, ёпта. Бля. Ты чё, ёпта, чё? А? Чё, ёпта? Вам подсказать что-нибудь? Я вот могу подсказать, это вот Розанов Николай Петрович жил с 1764 года по 1807 год. Вот, здравствуйте. Вы тоже, да, на экскурсию? Нет, пожалуйста, проходите. А, нет. Понятно, понятно. Внучка вы, да? Нет, а, вы внучка. Не, о, ничего себе, молодцы какие. Так, ну и мы заканчиваем, значит, на сегодня, да? Что, много заработал? А, это вся? Короче, мы сегодня заканчиваем этот новый первый выпуск. И давай нашу, да, споем? Можешь нашу ебануть? Ну, любая вообще, похуй, играй, что хочешь. Да, конечно, играть что-нибудь уже. Чё ты сидишь вообще, я не понимаю, блядь. Люди ходят. Подкиньте денег, пожалуйста. Ну чё? Нет. А, нету? Давай. Ну, спой что-нибудь, чё-то. Давай. Я не могу петь и играть иначе. А, не можешь? Да. Ну тогда пой, а потом играй. Это же бессмысленно. Ну давай, играй тогда уже. Ну, всё. А? Я не знаю, что петь. Ну просто хочется грустить под эту музыку. Чуть повеселее давай. Веселый выпуск был все-таки. О. Погромче. Поболелое прошло, да? А? Хэнси, поболелое прошло. Не, не знаю. Нет? Может, они знают. Ладно. Все равно грустно. Давай, 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 давай. У нас время, что, куча, вагон. Главное, чтобы до пока не стемнело. Все, вырубайте нахуй. Ну вот и закончился этот топовый. Нет, ну как нахуй топовый, ты чё? Это не топовый, это охуительный выпуск. Мы вместе с кактусом или с чем там, с фикусом. Блядь, ёпаный. Заканчиваем этот выпуск. Я с вас прошу только подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Поставить колокольчик, это второе. Третье, значит, написать комментарий и поставить лайк. Все. Всем хорошего, продуктивного дня, а я попёр.